здравствуйте. Мы вот с моей девушкой очень долго уже встречаемся, 1.5 года. Хочу сделать ей предложение руки и сердца. Может быть, подскажете мне, как это лучше сделать? Да, конечно. Предлагаю для этой цели выбрать красивый и уютный ресторан. Внутри мы установим скрытые камеры и разместим группу поддержки. В 19:15 вы войдете в зал. Вам предложат центральный столик. К вам подойдет официант, подаст меню. Сделайте заказ и наслаждайтесь приятным вечером. Сегодня прям очень красиво, да, как всегда. Так, 2 цезаря, вишневый сок и воду без газа. Мне очень-очень красиво. Я тебя очень люблю. Уже 1.5 года. Я говорю, уже 1.5 года. Певица начнет исполнять красивую композицию. Это будет сигналом готовности. Smoky room, small cafe. They come to hear you play and drink and dance the night away. I sit out in the crowd and close my eyes, dream you mine, but you don't know, you don't ever know that I'm bad. Далее она расскажет, о чем эта песня. И тут твой выход. В этой песне поется о том, как прекрасно прийти с любимым человеком в уютное кафе и провести этот вечер вместе, держать друг друга за руки и признаваться в своих самых светлых чувствах, признаваться в любви. Добрый вечер. Хочу сказать своей любимой девушке Насте несколько слов. Я очень счастлив. Мы с тобой встречаемся уже целых 1.5 года. Я благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я с нетерпением каждый раз жду наших встреч. Мне нравится, как ты улыбаешься. Твои глаза, все в тебе нравится. Ты самая прекрасная, самая замечательная девушка на свете. Я очень сильно тебя люблю. Вот. Хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Вот. И поэтому сегодня хочу сделать тебе предложение руки и сердца. Будь моей женой. I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face. Настя, все-таки какой же будет ваш ответ? Я согласна. Следующая музыкальная композиция прозвучит как музыкальный подарок для очаровательных влюбленных. Прошло все замечательно. Вот. Нигде не сбились. Сценарии не отошли. Вот. Все вовремя, четко. Все очень было замечательно, прекрасно. Ну и самое главное, добились результата. Я стояла на краю земли. Больше точно не могу лететь. И уходят наши корабли. Нам уже, наверное, не успеть.
эту песню нам вдвоем допеть. Ты моя нежность, ты мое небо, за тобой встану, где бы ты ни был. Ты мое сердце, ты мое чудо, обниму нежно и с тобой буду. Ну, Денис за мной зашел, вот, подарил мне цветы. Вот, нормально все, да? Ну, пока мы там до Сумы дошли, вот, пришли туда. Вот, ну, как бы, все нормально, дальше там, думаю, ну, человек голодный, пусть поест, вот, с работы. Девочка поет песню, он выходит, я думала, честно говоря, что песню пошел заказать, и тут вообще, что-то нереально он там придумал, вот, я в шоке, просто даже вот слов особо не было, еще у меня два коленки тряслись. Ты моя нежность, ты мое небо, за тобой встану, где бы ты ни был. Горько! Горько!